Плановая проверка газового оборудования на Комиссарова. Ее проводят газовщики, а сотрудники МЧС информируют жильцов. Во Владимире такие обходы квартир проводятся регулярно. По словам газовщиков, утечки газа в квартирах встречаются. Мы пытаемся донести до людей ту истину, да, что это источник повышенной опасности, газ, который находится у них в квартирах. Поэтому за ним надо следить. Чтобы за ним следить, то есть необходима проверка специалистов. Да, то есть сами жители могут не заметить, не увидеть какую-то утечку газа. То есть специалисты и специальное оборудование, то есть они проверяют. Да, все контакты, все соединения, чтобы не было никаких утечек. Последний случай – взрыв газа в жилом доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. При взрыве пострадало 5 человек. А в Смоленске на одной из стройплощадок летом прорвало газовую трубу. По словам сотрудников МЧС, во Владимире в этом году утечек не происходило. Но многие жильцы могут и не почувствовать газ, особенно при открытой форточке. Такие обходы и нужны для того, чтобы беды не случилось. Для проверки утечек газовщики используют специальное оборудование – газоанализатор. С помощью газоанализатора проводится проверка на наличие утечек газа в соединениях на газопроводе. Подобные обходы по квартирам помогают жильцам не только убедиться, что у них все хорошо, но и получить ответы напрямую от специалистов. Нельзя часто выключать на трубе, перекрывать. Можно. А вот он для этого и нужен, чтобы перекрывать газ. Специалисты проверили и вентиляцию. Серьезных нареканий не нашли. После проверки оборудования газовщики заполняют акт оказанных услуг в двух экземплярах. Некоторые отказываются пускать квартиры газовщиков и заключать с ними договоры. Хотя бы потому, что профосмотр газового оборудования стоит денег, и немалых. Можно, конечно, заключить договор с другими проверяющими, у которых услуга стоит меньше. Но в любом случае он должен быть. Отсутствие договора на обслуживание газового оборудования – это нарушение закона, за которое на собственность квартиры налагается штраф до 2000 рублей. Игорь Липский, Артем Горчаков, 6 канал.